28 марта в городской администрации прошел расширенный пленум городского совета ветеранов. Он был посвящен подготовке Великоустюгского района к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. В приоритете для ветеранов Великого Устюга забота о подрастающем поколении, воспитание в детях чувства патриотизма. Городской совет активно сотрудничает и координирует деятельность детских и молодежных общественных организаций, молодежного парламента района. С ними установлены тесные связи и совместно реализуются программы и проекты по духовно-нравственному воспитанию молодежи на гранты правительства Вологодской области. В прошлом году Совет ветеранов выиграл 4 таких гранта. Большая часть средств была потрачена на оборудование школьных музеев. Совет поддерживает молодежное движение «Юнармия». За последние годы количество юнармейцев в Великом Устюге превысило 400 человек. Благодаря поддержке ветеранов в 4-й школе появился стрелковый тир. Но не только успехами своих внуков могут похвастаться ветераны. Многие из них сами активно участвуют в спортивной жизни Великого Устюга и всего региона. На пленуме наградили участников ветеранской спартакиады, прошедшей в начале марта в Вологде. В серьезном, зрелом возрасте, да, тем не менее, дает фору еще и молодежи, активно участвует в спортивной жизни и, в принципе, подают достаточно хороший и активный пример нашему подрастающему поколению. Интересы ветеранов боевых действий в Великом Устюге представляют районное отделение общественной организации «Боевое братство». Его цель – увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. Во многих учебных заведениях района участники боевого братства проводят уроки мужества. По итогам деятельности 2018 года Великоустюгское отделение боевого братства заняло 3-е место по Вологодской области по патриотическому воспитанию и вот и поддержке ветеранов. А по итогам уже 3-е место пока не получили сведения, по 2 месяцам этого года мы занимаем 2-е место по Вологодской области после города Вологды. Мударов Богданович Череповец. Немало внимания уделили участники встречи уходу за памятниками погибшим в Великой Отечественной войне. Их в Великоустюгском районе больше 40. В ближайшее время пройдет ревизия состояния мемориалов. Районная администрация пообещала помочь провести их капитальный ремонт до мая 2020 года. Максим Дятов, Вячеслав Голиков, новости Великого Устюга.